Пипец. Так, коняшек дофига. Я не зелень заберу. Если зелень заберут, будет, в принципе, и шанс. Если у них тут никакой чел не поедет, я на нафиг перестрахуюсь. Все летит в центр, надо этим пользоваться. В принципе, ладно, пока что можно стоять тут. 13-5 не видно. Он, скорее всего, тут где-то стоит. Да, вот он. Ну, быстро сбрить должен. Мне до 277 дела нету, вот, честно. Еще опять одессит, понимаю. А, они просто взяли и уехали оттуда. Интересно. Блин. Сейчас я плохо простреливаю. Да, это определенно вторая отметка. Какой бой, где-то там 75-й, наверное. Надо наверх забраться. Пробить всех этих тяжиков всяких. Он стреляет. Пол.
Вперед. Почему нет? Отлично, он по внешке. Походу только на нас и играют теперь. Добей его, попади. Да, бой хороший. Я бы даже сказал, очень. Типа, все хорошо в этом бою. Хотя нет, я не поеду. Но он сейчас ко мне приедет. Надо принять, у него всего лишь 70 хп. Наверное, так и сделаю. До последнего прям тут стоять. А, он через Вир, да, решил поехать. Его удастся на подъезде Отлично, кран уехал. Гриль где-то тут. Ну, короче, просто валить отсюда.
Меня Грель может тут просветить, да? Значит, стадия-то на вершине. Сейчас убивают арту. О, идеальные кусты. Отлично, гриль там. Его убивают сами. Отлично, у крана мало хп. Ну, это определенно один из самых хороших боев. Фу-фу-фу. Шикарный бой. Мне нечего сказать. Шикарный бой, просто шикарный. Глуповатый 140-й. Но если бы я не выехал, я бы его не засветил. Суперконь не дал бы по нему пульку. Это прям то, что надо. Еще 200. Определенно. Это на хорошей ноте. Становимся. Сколько боев? 80 боев. Все, можно заканчивать. Пожалуй, это пойдет на вырезку.